Дух соперничества и стремление к победе для каждого из них уже позади. Сегодня же праздник подведения итогов и награждения победителей конкурса «Юрист-профессионал». Татьяна Скиннер приехала за наградой из Рыбинска. Увидев в интернете условия конкурса, решила принять участие в турнире профессиональных юристов и выиграла главный приз – ноутбук. В данном конкурсе я участвовала впервые, мне понравилось. Конкурс очень познавательный, дает самореализацию, дает прежде всего самому себе оценку твоих правовых знаний, прежде всего, как ты сам себя оцениваешь, и дает большую уверенность в себе и подает надежды на будущее. В восьмой раз проходит подобный турнир среди профессиональных юристов. Его организаторы, региональный центр сети «Консультант Плюс», не скрывают радости. С каждым годом ширится не только число участников, но и география конкурса. В этом году впервые в рамках состязания профессионалов был организован конкурс среди студентов-юристов «Лучший по праву». Очень понравилось. И понравилось то, что нам дали шанс попробовать себя. Надеюсь, в будущем буду участвовать в профессиональных конкурсах. Первый приз – электронная книга – досталась студентке Демидовского университета. Вопросы были достаточно составлены интересно. Наиболее сложности вызвало уголовное право, поэтому пришлось и дополнительную литературу поискать, и консультантам попозже попользоваться. Румия Юсупова, Александр Быков, городской телеканал.